Я готов заранее признаться, мне это понравится, как понравилось выступление казахской пары на танцполе. Линда Нигматуллина, Руслан Гончаров танцуют народный казахский танец. Рождение наследника, рождение сына – это всегда праздник у любого народа, в любой стране. Что важнее, мать или дитя для отца, так и не решено до самого конца. В принципе, история, рассказанная на льду, вполне понятная. Но, с другой стороны, хочется отметить, очень выразительная, пластичная, гибкая Линда.